В Шанхае проходит китайская международная промышленная выставка. Уже 18-я по счету. В этом году Россия является почетным гостем события. Делегацию из Российской Федерации представляют 169 человек во главе с министром промышленности и торговли. Подробности в сюжете далее. Яркий пример удачного сотрудничества двух стран. Российская компания V-Holding и ее китайское дочернее предприятие Yulian Group. В течение нескольких лет сотрудничества российская сторона вложила в развитие своего филиала миллиарды. V-Holding специализируется на цветных металлах, добыче и переработке полезных ископаемых, а китайский рынок обеспечивает рост предприятия. Мы вложили в проекты Юйлянь в провинции Хэнань уже более 3,4 миллиардов американских долларов. Мы уверены, что это подходящий рынок. Производство новых товаров на базе высокотехнологичных достижений может обеспечить рыночные преимущества. V-Holding – одна из 30 российских компаний, которые в этом году посетили китайскую международную промышленную выставку в Шанхае в надежде расширить свой бизнес. Но не так-то просто выстроить российско-китайские отношения, а после сохранить их. За прошлый год товарооборот между двумя этими странами упал на 28,9%, то есть почти на треть, и стал составлять менее 70 миллиардов долларов. Порой работать с некоторыми российскими компаниями рискованно. Бывают случаи, похожие на мошенничество, когда стороны вместе открывают дело, а затем в удобный момент бизнес внезапно закрывается и партнеры исчезают. В этом году, благодаря регулированию правовых баз и в России, и в Китае, двусторонний товарооборот вырос. В первом квартале 2016-го рост составил 3,6% или 14 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Выставку в Шанхае посетил также министр промышленности и информатизации КНР, который смотрит на ситуацию позитивно. Мы ценим ту роль, которую играют компании на рынке, и заинтересованы в совместной работе российских и китайских бизнесменов в области научных исследований. Мы рады, что можем вместе устанавливать новые правила и стандарты при создании новых продуктов. Обе страны должны углублять двустороннее сотрудничество, чтобы найти новые площадки для роста, кроме тех, что уже существуют в промышленном секторе. Одно из подписанных на выставке соглашений касается Альянса робототехнической промышленности Китая и Ассоциации участников российского рынка робототехники. Министр промышленности и торговли России считает, нужно совместно работать в области высокотехнологичного производства. Уже реализовываем два проекта, сейчас появляется третий. Это широкофюзеляжный самолет, это тяжелый вертолет. По словам российского министра, Россия надеется утроить товарооборот с Китаем и в ближайшем будущем выйти на уровень 200 миллиардов долларов. Василиса Лукашевич, CCTV.